последние два продукта вот у нас появились недавно. До этого мы, мужчины, пользовались вот таким вот алоэ вера, да, гелем. Сейчас у нас появился вот такой еще. Он тоже основа геля, то есть основа алоэ. Ну, сюда добавочки такие, знаете, ментольчика более, он так и называется, прохладный комфорт, чтобы немножко после, после бритья немножко освежить кожу. А, честно сказать, мне больше нравится состав вот этого. Мне больше нравится. Если мужчина один, то может пользоваться этим. Если вся, если семья, то лучше брать вот такой. Ну, потому что тут входит и гинкобелоба улучшает, кровообращение. Тут состав, который вот в этом, мне нравится больше. Этот меньше и дороже. Вот. Но, тем не менее, если вам надо сделать подарок мужчине, то вот лучше вот это. И как он называется? Cool Comfort. Cool Comfort. Гель после бритья.